Будем следовать плану, точка. Эй, ну мы же не... Спокойно. Ты знаешь, с чем мы здесь имеем дело? В нашей работе постоянно творится всякая чертовщина. Ты что, смеешься? Эти трещины вылезли из его тела словно живые. Соберись, Хэммет. Мы наконец-то подошли к тропе света. Ничто не должно нам помешать. Ничто. Так что просто придерживайся чертова графика. А что с этим? Ты уверен, что он в отключке? Есть лишь один способ проверить. Посмотри на меня. Теперь он не так страшен, да? Господи, он пускает слюни, как ребенок, хренов овощ. Благодаря Пэддингтону, теперь он всего лишь обычный солдат. Хлопот с ним не будет. Будем надеяться. Эдвард? Кто позволил тебе открыть рот? До сих пор я был с тобой обходителен. Только дай мне чертов повод, и я покажу мистер тебе, что значит страдать. Оставьте его. После гибели нашего второго друга, Пэддингтон единственный, кто может управлять камнем. Вы же не хотите подвергнуть риску все, над чем мы работали, а? Нет, сэр. Я так и думал. Мистер Кэммет, вы поможете мне вести Пэддингтона. Мистер Скофф, отведите этот мешок с костями на крышу и прикончите. Будет сделано. Немедля! Хочешь сдохнуть как собака? Шевелись! Иди в дверь. Поворачивай налево. Иди налево. Ты все еще здесь. Сюда. Давай, шевелись. Не беспокойся. Дай-ка я открою тебе. Хороня. Пошел. Наверх, а потом направо. Шевелись. Направо. Пошел. Давай, давай. Какого? Это ты сделал? Чёртов урод, теперь сюда. Стой. Чёрт. Господи, кто же я, черт возьми? Зайди. Мы почти у цели. А если он не покажет нам тропу? Если он нас подставит? Это невозможно. Он сделает все, что мы ему скажем. Ты слышишь, Пэддингтон? Есть способы истязания людей, простирающиеся далеко за рамки бренного тела. Мы через многое прошли, чтобы получить этот камень и тебя, Тео. Ты один знаешь, как управляться с его силой. Направь ее. Веди. Стань для нас дарующим свет. Если ты откажешься, твои мучения будут невероятными. Ты сошел с ума. Ты же видел, что там творится. Это не сработает. Да, посмотрим.
Слышишь? Ты слышал это? Какого черта? Что это за звук? Какой звук? Опять эти чертовы трещины. Они... Они задумались! Черт! Секунду, ты меня напугал. Слава богу, наконец-то ты здесь. Я ранен и не могу открыть эту дверь. И что с этим зданием? Анна? Я попробую что-нибудь сделать. Скорее, я только что видела, как по стене пошла еще одна трещина. Прекрати.
не стану прыгать через это плато. Thank you.
кабели от стены! В порядке? Электросистема в этой комнате сломана. Найдите, чем осветить дорогу. Видели эти трещины? Черт, что за хреновина? Здание разламывается на части. Анна? Это Джек! Кто вы? Что вы с ней сделали? Теперь она одна из моих гостей, как и ты в свое время, моя совершенная марионетка.